нечего надеть. Этой фразой Мария Антуанетта точно не произносила. Предлагаю заняться нехитрой арифметикой и посчитать платье французской королевы. По воспоминаниям первой камеристки королевы мадам Кампан, это ее вы видите сейчас с книгой в руке, зимний гардероб Марии Антуанетты состоял из 12 парадных платьев, 12 платьев попроще и 12 каркасных платьев панье, то есть с фижмами. Столько же платьев шилось и на лето. Осенью носились весенние и наоборот. На демисезонном гардеробе серьезно экономили. Подведем итоги. 36 зимних платьев, плюс 36 летних, плюс 36 демисезонных. Итого 108 платьев в год. Не считая, конечно, совсем простеньких, назовем их домашними, платьев из муслина или охотничьих костюмов. Полюбившиеся наряды или какие-то их части, например, кружева, королева могла оставить в гардеробе и на следующий год. А куда же девались туалеты прошлых сезонов? Фрейлины перешивали их для себя или просто продавали. И прежде чем мы повесим на Марию Антуанетту ярлык «жертва моды», предлагаю вспомнить о том, что она была и жертвой Версальского протокола. Французская королева в среднем должна была менять наряды трижды в день.